Даниэла – студентка училища при консерватории имени Чайковского. Но любовь к музыке случилась здесь, в Большевиземской школе искусств. За 8 лет обучения девушка прошла большой путь – от эстрадного до академического вокала. Она делает даже самые сложные музыкальные произведения понятными для каждого зрителя, благодаря уникальному голосу и артистизму. Самое важное, наверное, подарить зрителям то самое высокое ощущение, чтобы они тоже со мной прочувствовали эту музыку. Залы старой усадьбы в Веземах вдохновляют на покорение новых музыкальных вершин. Имена выпускников школы теперь украшают театральные афиши. Но сегодня они снова здесь, в стенах «Альма-Матер», чтобы поздравить ее с юбилеем. Это вот та импровизация, тот вот джаз, который сегодня звучал в исполнении наших детей, то та любовь, которую мы стараемся друг другу передать, это и есть основа нашей жизнедеятельности. От классики до джаза. Музыкальные направления на любой вкус. Народные инструменты соседствуют с классическим роялем. На одной сцене выступают оперные исполнители и рокеры. Непопулярная фортепианная гитара. Именно такой выбор сделала Елена, когда поступила в школу искусств. Не пожалела ни разу. Преподаватель объединил своих воспитанников в группу. Раньше выступали часто, теперь только по праздничным поводам. Очень интересно было смотреть на выпускников, которых я знала, когда еще была маленькая, они тут учились, а теперь уже выпустились и уже где-то там дальше учатся по музыкальному направлению. За 47 лет работы Марина Владимировна вырастила не одно поколение пианистов. Любовь к музыке привила и своим близким. Признается, эта работа по-прежнему приносит ей удовольствие. Все дети разные, поэтому каждый раз объясняю абсолютно одно и то же, значит, рассказывая, какие ноты, какие клавиши и все. Это совершенно другой ребенок со своим восприятием, со своим взглядом, со своей любовью, не стесняюсь сказать, к нам, к нашей школе. Сейчас в Большевиземской школе искусств учатся 440 детей. Это не только музыканты, но и художники. Ее воспитанники ежегодно участвуют в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах, регулярно занимая призовые места. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».